народ, вы на канале Одинокого Снайпера. Сегодня мы продолжаем орать в игрушки под названием The Fear. Ужас. Ёпта. Вот только что-то началось, и уже что-то произошло. Что? Куда она пошла? Бляха, не видно ничего дальше 2 метров. Еще такой музон напрягающий. Ключенция. Я взял ее каким-то образом. Ладно, погнали. Как же этот идиот... Бляха. Как же этот придурок долго поворачивается. Это меня просто выбешивает. Ух ты, ёп. Боишься? Конечно. Конечно, мне страшно. Взяли тут, кидают всякую всячину передо мной. Конечно, боюсь. Вздрагиваю постоянно, когда что-то летает. Я должен найти свою дочь и сирену. Ну, не знаю, на листочке написано, что это не твоя дочь. В самом начале. О! Осторожно, отходим. Я вижу тебя. Готовимся. Сейчас что-то будет. Ага. Это я предугадывал. Вылезешь? Может, и не вылезет, но все равно стрёмно. Погнали дальше. Вот оно как. Мы снова садимся в нашу тачку, в наш пикап. Ну, погнали. А куда ты едешь вообще, дружище? Нафига ты по дому бродил, если все равно пришлось в тачку вернуться? Нафига я тут обсирался, как ненормальный? Приехал в какие-то города. Черт, почему этот автомобиль сломался? А, ну класс, ты еще автомобиль раздолбал. Тут кто-то стоит. Кто-то идет. Мужик. Мужик. Марта. Мужик, вылази нахрен из автомобиля и беги отсюда. Мужик, твою мать, ты придурок. Фу, слава богу. Ёпта! Вы вставай нахрен! Вставай нахрен, беги. Куда она пошла? Слушай, а как ты... Мне надо найти идти дальше по дороге. Слушай, мужик, как ты так припарковаться умудрился? Хватит орать! Хватит петь. Мне это бесит. Ты куда? Ты куда? Ой! Я что, за ней пошел? Нет. В смысле? Люди! World needs you. Миру нужен ты. Ну ок. Миру нужен я. Куда идти? World needs you, да. То есть есть какие-то ограничения, я не знаю. Или что-нибудь еще. Хотя ладно, у меня тут стрелочки показывают, я не буду рисковать. Мало ли что, вылезет какая-нибудь хероборина. Вот у нас тут есть какой-то завод, пошли в него. Да, да, да. Ёп. Озус Кез. Окей. Озус Кез. Ну, вроде мне не сильно нужны какие-то там ключи и прочая фигня. Вот тачка есть, садись в тачку. Не садится. Опять этот тупой скример. Сколько можно пугать так сильно одним и тем же?
Скоро эта тетка мне во сне будет сниться. Не, ну серьезно, сколько можно одним и тем же пугать? А, вот и вход, похоже. Что ж, давайте пошли посмотрим. Ага, ты сам туда вошел. Что ты делаешь? А, это лифт был. У меня вопрос. Разве можно... Бляха. Тут не видно ничего. У меня эти фонари, они только мешают. Тут записка какая-то. Здрасте, я тебя вижу. Красный. Я тебя вижу. Да. Выбери одну из них. Жену или дочь. Ты серьёзно? Хватит! Какого хрена все летает? В смысле, выбери одну из них. Куда мне идти? Да, это первый вопрос. Почему фонарик такое говно? Я не знаю, куда мне идти. Опа! Идите сюда за дочерью. А, стоп. Значит, куда-то можно пойти за женой? Я не понимаю. Давайте рассуждать логически. Жена еще может детей нарожать. А если у нас будет дочь, то как она будет жить без мамы? Я думаю, не очень. Сад за вон. Сирена, нет! Что происходит? Да пошла ты в жопу со своим ножом! Слушайте, народ, что происходит? О! Я так счастлив сейчас, потому что... я еще на шаг ближе, чтобы увидеть тебя снова. На... Не успел перевести. Где русский язык? Ничего не закончится, смерть придет к нам. У меня вопрос. Где русский язык? Земля — это билет к этому путешествию. Вся боль, через которую мы прошли. Ужас. Да почему ты так быстро заканчиваешься? Почему ты так все быстро заканчивается? Быстро хоррор закончился, люди. Быстро. Давайте продолжим. Возьми ключ, найди... Нужную дверь, чтобы бежать. Не попадись ему на глаза. Кому? Кому не попасть на глаза? Кому нельзя попасться на глаза, люди? А, я понял, что это за чертовщина. Привет. Дочка. С тобой можно как-то взаимодействовать, нет?
А, это все, что ли? Ты избавился от нее? От кого? Ладно, мне кажется, это везение рандомное. Хотя, мне кажется, нужно просто идти на зов доченьки и... В принципе, сделать все. Мы в следующий раз попробуем это пройти. Уже полноценно, в несколько раз. Так, ладно, я сейчас эти крики уберу, чтобы мне не мешалось. Вот. Ну ладно. А на этом мы сегодня, ребятушки, закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока.